дается, кто на что способен, кто как умеет себя собрать, кто как умеет себя показать, полностью или не полностью. Конечно, не у всех получилось реализовать вот в этом выступлении все свои 100% подготовки, но думается, что это все впереди, и ваши творческие все победы, вы еще в самом начале своего пути, поэтому все творческие ваши победы, все это не за горами, все это будет и случится. Итак, значит, у нас отыграли учащиеся в номинации «Духовые инструменты», и результаты у нас такие. Значит, дипломом лауреата третьей степени награждается Жаров Тимофей. Тимофей, уходи. Уходи. Дипломом лауреата второй степени младшей возрастной категории награждается Соколова Арина. И дипломом лауреата первой степени награждается Дрыбалов Андрей. Несмеянов Артемий. Дипломом лауреата второй степени награждается Петьков Иван. Степени награждается Морозова Елена. И дипломом лауреата тоже третьей степени награждается Лукашев Семен. Дипломом лауреата третьей степени награждается Дэри и я. Дипломом лауреата второй степени награждается Золотухин Борис. Дипломом лауреата второй степени награждается Панчукова Анна. Дипломом лауреата первой степени награждается Чесноков Лев. Дипломом лауреата третьей степени награждается Радзева Ксения. Дипломом лауреата третьей степени награждается Корженко Богдан. Дипломом лауреата второй степени награждается Шупарский Павел. Дипломом лауреата второй степени награждается Должанский Дмитрий. Дипломом лауреата второй степени награждается Филимонов Сергей. Дипломом лауреата второй степени награждается Островская Юлиана. Дипломом лауреата первой степени награждается Кулиев Дмитрий. Дипломом лауреата первой степени награждается Козлова Виктория. Дипломом лауреата первой степени награждается Куликов Никита. И дипломом первой же степени награждается Гулимов Андрей. Наибольшее количество баллов. Человек. Дипломом лауреата третьей степени награждается Мицкович Юлия. И остаемся на сцене. Будет большая фотография. Остаемся. Да. Дипломом лауреата третьей степени награждается Горчакова Дарья. Дипломом лауреата третьей степени награждается Ващенко Павел. Дипломом лауреата третьей степени награждается Барханова София.
лауреата третьей степени награждается Ведьмошкин Артем. Дипломом лауреата второй степени награждается Михайлов Кирилл. Дипломом лауреата второй степени награждается Кирьянов Федор. Дипломом лауреата второй степени награждается Воропаев Максим. Награждается Суворова Алена. Дипломом лауреата второй степени награждается Кунижев Вадим. Дипломом лауреата первой степени награждается Фомичев Михаил. Дипломом лауреата первой степени награждается Раскопов Сергей.